Всем привет! В эфире обзоры мобильных игр от Mob.ua, а у микрофона я, Амортиз. Так что, поехали! Сегодня у нас игра под названием Bounty Arms. Когда я услышал это название, я сразу представил себе какого-то Эдварда Руки Баунти. Но, к сожалению, игра не о нем. Это такой аркадный трехмерный шутер от третьего лица, в котором нам предстоит играть за одного из трех весьма колоритных персонажей. Сюжет здесь привычно отсутствует, но почему-то как раз тут это не особо напрягает, да и вообще это не слишком заметно. Наверное, потому что игра во многом напоминает старые добрые аркады тех времен, когда трехмерность еще только-только входила в нашу игровую жизнь и геймплей был важнее сюжета. Вот правда, графика здесь получше, чем тогда. Кстати, о графике. Здесь есть отдельный кэш для Тегры. То есть, если у твоего девайса есть эта самая Тегра, графон будет на порядок лучше, чем без нее. Ну а теперь давай разберем по порядку весь игровой процесс. Начинаем мы, как я уже говорил, с выбора персонажа. Их у нас три. Это какая-то лягушка, которая мне чем-то напомнила чуваков из Battletoads. Мужик с сигарой, похожий то ли на Росомаху, то ли на Грея из Bulletstorm. Ну а третий герой — робот, который похож на какой-то старый спутник. Как видишь, герои вроде бы оригинальные, но в то же время прослеживается их вторичность. Хорошо так прослеживается. Кстати, своему персонажу можно покупать еще и помощника. У каждого есть три слота под всяких зверушек, которые будут помогать в игре. Зверушки покупаются за рубины, а сами рубины – вещь довольно редкая. Ну, теперь, собственно, об игре. Вообще, геймплей, как и в любой подобной игре, сводится к тому, чтобы пройти из точки А в точку Б, по дороге прорубаясь через стайки врагов и пытаясь не сдохнуть. На пути собираем монетки, привет, Марио. Иногда встречаются сундуки, чтобы открыть которые нужно потратить часть этих самых монет. Как правило, трата оправдывается всякими ништяками, которые выпадают из сундука. Бой же разделен на ближний и дальний. В дальнем бою герои, естественно, стреляют, каждый из своей пушки. Ну а в ближнем непонятно, откуда берется огромная лазерная мухобойка. Управление опять-таки стандартное. Джойстик слева, кнопки справа. Единственная деталь, заслуживающая особого внимания, это суперудары. У каждого героя есть такая своя суператака, которая очень больно бьет всех вокруг. Но такая атака стоит... Назовем это маной, чтобы было привычнее. Мана кончается, и пополнить ее могут те самые бонусы из сундуков. Ну что, давай к итогам. Плюсы, неплохая графика, и сами персонажи все-таки довольно забавные. Минусы, ну тут я даже не знаю, хотел по привычке впихнуть отсутствие сюжета, но передумал. Фиксированная камера, вот минус. С одной стороны, если бы она поворачивалась за персонажем, было бы легче заблудиться. Но с другой, деревья, которые постоянно норовили закрыть обзор, мне не очень-то понравились. Короче говоря, игра неплохая, но лично у меня нет желания возвращаться к ней после того, как я ее выключил. Но это только мое мнение. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, комментируй и ставь лайки. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортиз и обзоры от Mob.ua. До скорого!